Отпуск меняет жизнь людей. Кто-то жалуется на постотпускную депрессию, а кто-то кардинально меняет свою жизнь. Психологи утверждают, все зависит от жизненной позиции. Как сохранить хорошее настроение, даже если скоро выходить на работу после отпуска, знает Юлия Пономарева. Время отпусков в самом разгаре. Впереди бархатный сезон. Многие северяне ждут отдыха целый год. Тем, кто хочет за границу, турагентства предлагают путевки в любые части света. От популярных курортов Турции, Египта до экзотических Вьетнама и Бали. Но отпуск рано или поздно заканчивается, а уехав туда, где сбываются мечты, возвращаться уже не хочется. Дома ждут дела, работа и зимние куртки. Если люди, например, поехали в Эмираты, где увидели богатство, красоту, красивость, красивые машины, небоскребы. То есть вроде бы это тоже приезжаешь и домой, кажется, ну здесь роднее, но там вот красиво посмотреть. То есть все равно менталитет у населения разные, и у стран, и меняются какие-то взгляды. После отпуска, где не было забот и рабочей суеты, не так-то просто вернуться к обычной жизни. Многие жалуются на внезапно нахлынувшую депрессию. Нет настроения, а работоспособность на нуле. Хотя специалисты термин «послеотпускная депрессия» отрицают. Человек просто получает какие-то новые впечатления, которые по сравнению с его обычной рутинной жизнью, они действительно более яркие. Вот. И ничего не мешает человеку получать какие-то новые впечатления, узнавать что-то новое и как-то находить новые точки зрения или какой-то новый опыт или каких-то новых людей прямо здесь и сейчас и в том месте, где он живет. Иногда отпуск кардинально меняет жизнь людей. Еще год назад Марина Трошина работала в детском саду, а сейчас девушка вспоминает, как отпуск изменил ее жизнь. Когда я приехала в Красноборск с мыслью той, что у меня сейчас отпуск 2 месяца, и то, что я отдыхаю. И когда я встретилась со своей подругой, и она мне объяснила, чем она занимается, каким бизнесом, что он очень интересный, меня это очень сильно завлекло. В тот момент Марина решила, пора менять свою жизнь. Родственники и друзья поддержали девушку в ее решении заняться собственным бизнесом. Когда я приехала уже в Архангельск из Красноборска, когда я пришла уже, и мне мой, как говорится, начальник сказал, что нужно уже выходить на работу с 1 сентября, вот, я все обдумала, все решила, что нет. Туда я больше не пойду. Мне нравится очень работать с детьми, но я решила уже сменить обстановку. Сейчас это уверенная в себе бизнес-леди, которая нисколько не жалеет о своем решении. Но что делать тем, кто не готов сменить работу после отпуска? Прежде всего, психологи рекомендуют найти интересное, необычное хобби, а также побольше гулять и наладить контакты с друзьями. Один из способов вернуть себе хорошее настроение и продлить отпуск – это пройти комплекс расслабляющих процедур. Например, стон-процедура, лечение горячими камнями. Ощущения незабываемые. А вообще, самое главное – позитивный настрой. И тогда никакая депрессия вам не грозит. Юлия Пономарева, Артур Ромих, Виктор Еремеев, Новости 24, Архангельск.